Почему у нас так мало кого пришлось? А? У нас так мало кого пришлось? Короче, ребят. Опять жру. У меня есть время заходить в интернет. Только когда мы едим на остановках. Привет. Зарос вообще, вы посмотрите, просто невозможно. Надо. Ну ничего, я скоро до Москвы доберусь. Постригусь. И побриться мне не мешало бы. Видите? Одиноки, женщины нет, выпендриваться не для кого. Живу вот такой вот я. Холостяк. Что ешь? Пюрешечку и рульку, ребят, просто божественно. Здесь в Германии очень вкусная рулька. Я сказал сегодня привет им. Чё ешь? Приятного аппетита, спасибо. Ребят, как интернет-связь, нормально ловит? А то тут подключился к Wi-Fi бесплатному. Я уже, видите, уже облез, надо снова загореть. Кайфуша. Постричься надо. Приятного аппетита, спасибо, Ваня. Пинчук на проект иди. Ребят, ну мне кажется, она уже опозорилась, уже выше крыши. Поэтому ее-то потаскали ее, что делать? Приедешь в Германию? Как мы в Германии хорошо с Димасиком поели. Рулька, пивко было, просто сосисочки, просто было вот так. Ты похож на моего мужа. Ты главное, это как то, когда меня увидишь в жизни, не перепутай. Ну ты чертовка. Как это понимать, что это такое? Как давно не смотрела твои эфиры. Привет, привет. Заходи почаще. Я, кстати, не так сильно часто захожу, когда жру. Привет, Казахстан. Казахстан рулит. И Димасику приятного аппетита, понял? Смотри-ка, ты уже популярен. У меня же подписчика до тебя. Знаешь, я что-то очкую. На очку. Да ты успокойся, все прокатит. Соня, не рассказывай никому. Было дело, там еще ребят. Ванька расскажет лично, кого знает. Да. Сегодня с Димасиком на дело ходили. Покажи пюрешку, как это вообще. Привет из Украины. Смотрите, ребят, пюре вы видели когда-нибудь? Не в Европе. Пюре не пюре. Европейское. Так. Ну, короче, такое пюре. А есть микроволновка здесь? Не видел? Мама. Так. С прошедшим, Димасик, это какие-то близкие твои, вон пишет, где он делся? Что ты там подсматриваешь? Это Димасика подписчики. Жена уже ревнует его. Ванёк, прикинь, тут вода на халяву. Какая вода? Срочно бежим за баллоном. Пивая. Или тебя там с днем рождения поздравляют. Там нет, девчонки у тебя повесят. Димасик. Пишет, что за Димасик с тобой рядышком. Дмитрий Валерьевич, Димасик на него. Я ссылочку скину. Жена уже ревнует, сидит. Димасик, знаешь, такой не ценишь, ему бунт сегодня устроила. Сегодня Ксюха устроила бунт. Едем, короче, на машине. Я вам сейчас расскажу. Едем на машине, подняла кипиш. Хочу жрать, тормози. Смотри на него. Вот, да, пусть народ тебя знает.
Короче, устроила истерику. Димасик кипится, не знает, что делать, справа-влево. Короче, нестандартная ситуация такая. Значит, едем дальше. 500 километров нету заправок. Представляете, ребят? Вредная я. Дальше история. Кто там у нас орёт? Ребят, идите пооткормлю сисечку. Ну так и вот, я на полдороги с нами не разговаривала, представляете? Потом, значит, приехали, мы делает вид, что спит она в машине. А я кто? Кан? Ау, готовлю вкусно. Пригласи меня обязательно на ужин, я тебя молю. Ну что ж ты кричишь, а? Давай на улицу дуй. Кто плачет? Ребеночек плачет, сиську хочет. Ой. Так, сейчас я выставлю. Димас Карабас, вот он. Зачем мужчинам соски? А тебе зачем пальцы на ногах? А ты вообще знаете, зачем пальцы на ногах? Мне интересно. Вот я, кстати, кому часто задаю вопрос, они не знают. Ты знаешь, зачем пальцы на ногах? Зачем? Ну, чтобы не падать, чтобы да. Балет танцевать, если захочешь. На пальцах. Ты тоже не знаешь, да? Нет. Не знаешь, зачем пальцы на ногах? Я знаю, как не падать. Зачем? Чтобы не упасть. А? Почему? Если ты будешь ходить, ты не замечала, что когда ты знаешь пальцы твои, вот они, опора твоя. Если будешь на ноги находить на вот так вот, то ты упадешь. Вот, даже девушка знает, Крис, ты просто Кузьмина. Крис Кузьмина просто выиграла миллион в программе «О, счастливчик» у Ванька. Димасику тогда привет, Димас, твои, смотри. Девчонки, мальчишки, вы знаете, да, страничку Димасика? Смотрите его истории? Он, короче, сегодня тоже бунт устроил. Едем, значит, проезжаем красоту. Я говорю, Димасик, сними историю. Не буду я снимать. Говорит, подписчики не лайкают меня. Вот представляете, человек вкладывает душу, а вы, друзья мои, вот своим лайком просто теряете шикарного блогера. Спасибо, Ваня. Ванька. Чего? Пенек? Гениально. Что гениально? С Беларуси, Беларуси. Я вчера девчонка клеилась там одна. К нам на вечеринку в Париже. Из Минска, да, кстати, она была? На устрицы хотела, представляете? Хотела свою устрицу к нам на устрицу. На устрицы. Ваня, скинь страничку на Димасика. Предупреди, что у него трое детей. Ничего у него не трое детей. Димас вообще холостой, одинок. Пока жена бунт устраивает. Когда жена бунт устраивает, мужик автоматически становится холостой. Все, руки развязаны, понимаешь? Что хочу, то и делаю, по жизни одиночка. Что-то вот. Мои тренинги не проходят, да, даром? Ищу учим его от семейной жизни, да. А все даром, как об стенку коров. Привет из Читы, брат. Опа, а вот и... Я еще этого камня, сюда ты не попал. Так вот и живем. Так, кто-то у нас хочет посмотреть прямой эфир наш. Не знаю таких. Ваня, передай привет ПМР. Нахрена ему Ира? Согласен, Ира. Как вы думаете, что это значит? Прямое. Где Лиля? Какая Лиля? Здорово, дядя. Ну, привет. Кого? Нет.
просто хочется отсвечивать, да, блин, это для мамакур. Кто тебе пишет? Как дела? Дела нормально, вообще хорошо. А вот Димасик, как сына. Давай. Кики, ты ломи, афара. Ребят, надоели вам еще эти какой, или не надоели? Эти. Ченджеры. А, кстати, у тебя видео осталось там, где я танцевал? Привет с Волгограда, Димасику особенно. Димасику особенно. Привет всем, спасибо. А ты видишь, не хочешь записывать истории? Девочки просто хотят вкусить вот этот запах путешествия, который ты веешь в свой инстаграм, понимаешь? Я сижу где-то сейчас, там, я не знаю, в Усть-Кузьминске, просто мне вот, чтобы... И вообще, я еще у того парня даже не бывал. 90% не выжил, где он был. Димасик еще не все вы видели, поэтому... Убери пальчик, пожалуйста. Ванёк, кто днище с дома 2? Да я уже говорил, в чём моя днище. Сейчас, вот я тебе сейчас по жопе дам, доиграешься. Ты зачем балуешься? Не трогай телефон. Приходи, Кирин Думан, привет. Сыфтывкар, передай андеграунд, привет. Жене Диме привет, пусть держится. Ваши близкие смотрят. Малый клёвый. Наши близкие говорят, жене Диме мы завидуем, поэтому вряд ли наше место. Так я просто хочу, честно говоря, вот, путешествия не очень утомляют. Нифига, это нелегкое дело, гулять, смотреть везде, все что-то вникать, вот, поэтому... Уже хочется домой отдохнуть. Привет жене Диману и Диману привет. Короче, кто-то там конкретно привет, братан, высылает. Ванёк, кто днище на дом 2? Да что ж ты пристала-то? Как убрать живот? Ну, во-первых, начни с правильного рациона питания. Исключи жирное и мучное. И начни качать упражнениями, пресс, суперсетами. Какой клевый позитив. Был в Беларуси? Нет, не был. Ты тогда уже в паре тебя увидел. Ну, были, нечего там делать. А что, вы мне так хотите прям в паре увидеть, чтобы я вообще не выходил в прямой эфир, чтобы я злой был? У меня моя жена просто каждый день. Как относишься АУЕ щенкам? АУЕ. Призворам. Какое упражнение ты сказал? Повтори, пожалуйста. Суперсеты. Суперсеты это несколько упражнений. Сразу подряд делать надо. Шахты, привет. У тебя есть жена? Две вот жены, правая и левая. Вот у меня две жены. Был в Крыму. Как ты бели? Был я в Крыму. Я вообще Крым весь объездил. Я же живу рядышком с Крымом. Согласна отдохнуть? Именно отдохнуть от всего. В общем, у меня еще, кстати, есть билет 4 числа в Барселону. Я купил 4 августа, когда я вылетал, я купил билет. Поэтому я не знаю, что сделать. Его сдать нельзя. Что делать? Связном я покупал, его обменять нельзя. Короче, сказали, только можно со справками сюда его как-то обменять, если я типа заболел. Есть идея, как вернуть бабосы? Или можно его переоформить? Нравится тебе там? Ну, блин. Покупаться чисто, да, а больше что там смотреть? Горы? Ну, целыми днями горы надо есть смотреть. Есть взрослые друзья? Познакомь, а взрослые это сколько для тебя взрослые? 27 я считаю уже взрослым. А? Вот, да. Фейсбук вводи.
сделали справку. Ну, я тоже так думаю. Или подарить кому-нибудь, да, чтобы другой человек слетал. Короче, слушайте прикол. Смотрю билет. Билет стоит на сайте 8 тысяч. Вообще просто билет. А чтобы я свой сдал и доплатил, мне надо 7 тысяч. Это вообще. Лети в Барселону, там нереально круто. Я же прилетел в Барселону, я был там несколько дней. Я особо там что-то крутого не увидел, поэтому... Фейсбук видел? Лети лучше. Нам в Крыму не понравилось. Ну, в Крыму, как вам сказать, надо, чтобы машина была покататься по всему Крыму. А так, там делать... Ну как, не, водичка, там базара нет, чисто. Развлечения, сейчас я не знаю, там развлечения. Я помню, в Ялте был клуб там в конце набережной, с правой стороны чуть туда. Вот. В июне там была, но когда смысла сдавать нету. Ну да. Накушался, да, я все поел. Мне тут осталось чуть картохи и вот сало. Сало не ем, чтобы оставаться всегда в хорошей форме. Чтобы бицепс был 30. Машина. Лицо, главное выражение лица, когда напрягаешься. Машина, убийца. А ну покажи, покажи лицо. Красава. Давай, тигр. Как я тебя учил? А ну-ка. Давай. Тигр. Где ты хочешь? А где ты вообще был? Блин, если я сейчас буду перечислять, где я был, половина будут из прямого эфира. Мы сейчас в Париже. Как тебя зовут? Представься. Маркиз. А как? Меня не Маркиз. А как зовут тебя? Меня зовут Марк. Давай на проект обратно. Там один кухляк. Хочешь деток? Блин, ну как можно не хотеть деток? Нужно просто прийти к этому, когда это будет, тогда приходить. Здорово. Как у вас жизнь? Жизнь как, точно так же, как у вас, она с каждым днем сокращается. Хочешь на ручку? Нет. У меня личко. Что, собаку поставим? Давай что-нибудь такое. Давай лоб. Давай лоб. Нет, не давай. Ваня, в Приморье приезжай. С Аляной не замучишь? Нет, с Аляной не замучу. Это не умал. С Лизой общаешься? С какой Лизой? У меня Лиза не знакома. Блин, мне так бесит волосы. Может, мне на лысо подстричься, а? Как вы думаете, мне на лысо пойдет? Что думаешь по поводу Соколовского и Дакоты? Ребят, мне вообще абсолютно по барабану на это вообще, что происходит. Я никого не знаю. Вообще. Ну, это жизнь. Просто вы за соседа жизнью не следите, не знаете. Он там разводится, кого домой водит, с кем изменяет. А люди такие медийные, с ними мы узнаем, что там. Не надо слиться. А почему? Может, на этот, как он, на лысо дать. Смотри, какая прическа будет. Две стороны сильно, да? Будите? Давай, ты спой тогда. Надо личко. Зайца? Да. Давай. Не пойдет. Кики, do you love me? Может, ачечи? Наверное. Да. Нету ачечи. Ну что это вообще происходит? Да, отлично. Не хочу я открывать банк. Двойсю. О. О.
зайка. Я давай это, как там, отдай его мне, а я знаю, как можно. 10-й айфон уже купил, я купил его, когда он вышел. О. Давай поменяем, дай его мне. Ей подстригут даже интим-стрижку. Макс. Дай его мне, айфон мне. Макс. Макс. Конечно, с басиком, самый дорогой, самый жирный. Это что за ночная бабочка, Эльвира? Дай свой палец в окунь. Не надо ничего тебе засовывать. Все, прекрати быть ночной бабочкой, Эльвира. Видел, полагал, вас кто-то смутит. Это не я взял. Аланя взял. Ванечка, ты холостой, когда же найдешь себе, ты моя половина. Я не знаю, когда найти. Гелик не продал? Не, сейчас приеду на Гелендваген, сяду, 5-5 мая. Больше не трогай, пожалуйста, ладно? Договорились? Слышишь меня? Да. Молодец. Вот это вот Юма, все, тетя, пропала, где сейчас отдыхает. На елки-палки подстригу, что вообще планируешь по жизни? Ребят, по жизни я хочу, чтобы у меня были $1 000 000, как минимум, чтобы у меня приватная яхта была. Я богатый. Ты самый богатый. Миша, одним словом скажи, что ты хочешь. А что ты замер? Слушай, а ты что ты пристал? У тебя нет телефона, что ли? Что ты пристал со своим телефоном? Какой у тебя телефон? Мобильный у меня телефон. Привет, бро. Привет. Я думала, ты это Марку говоришь. Что? Про телефон? Нет. Привет, бро. Привет, бро. И жизнь будет хороша. О, пожалуйста. Привет, ребятишки, удачного дня. Спасибо. Ксюша, ты где? Пишет тебе Лена. 15 какая-то. Ты уже не вычислишь. Зайди к ней в Инстаграм, она там. Я на WhatsApp. Лена все там же. Ей была до этого. У меня личка. А, типа помогал. Я здесь. Поменяем личка. Монако. Устала, однако. Короче, ребят, чтобы тусить в Монако, надо очень много денег, правда. Хорошо работать. Прям очень надо много денег. Прям очень много. Куча, миллион. Сколько у тебя есть, только и надо, да? Нет, у меня 100 тысяч. Я еще не слышал. Я не знаю про какую-то. Ну что, мы поехали, ребят, долгий путь. Давайте 5 минут еще и катаем. Ладно. Еще 5 минут, и мы уезжаем. Понятно вам. Так, ладно, этот эфир можно смотреть вечно. Но пора идти. Удачи вам и хорошего дня. Спасибо за просмотр нашего прямого эфира. Ты тоже, кстати, зарос, смотри. А он бродяга, по жизни молодой, ему не надо. На какую сторону? Какую прическу? На какую? Вверх хочу, потрустили здесь, да? Вот такая. Всего хорошего. До скорой встречи. Кто он? Ох уж, Ольга, деньги. Я мал. Убоги, сколько? Я мал. С кем
там отдыхаешь? С друзьями? Ваня, ты в Тай поедешь? Я не знаю, может быть, концерт октября, может, поеду. Он в жизни холостой, ему не надо. Так, Марк. Ты Марк? Да. Покажи им козу. Козу. Фига. У Бонни писала, откуда столько денег? У Бонни писала. Что у Бонни писала? У Бонни. Что писала? У Бонни писала? Или что ты делала там у Бонни? Она же в Монако. Боня? Да Боня Шмоня, да, еще. Не, ну, конечно, Боня Шмоня бабки имеет, конечно. Мальчик супер, Марк, я комплимент. Подожди. Неплохо, да, тебе? Да. Видео интересно, чем фотки. Да, кстати, что-то инста вообще умерла, я не знаю, или лето. Перестали все заходить. И, кстати, я вам скажу так. Чем... Вот вы видите, допустим, заходите к человеку в инстаграм, да, на страничку. Не ставите лайк, не ставите там коммент какой-то. А, допустим, нравится ваша страничка, да, вот этого человека. Но ему перестает интересно делать что-то для вас. Вот и все, и я в том числе точно так же. Спасибо, СМС. В Таиланде круто. Ну, круто, если ты не видел остального все. Невозможно все время быть в Таиланде. Ваня, привет. Где брат? Где ты брал? Что, где ты брал? О, конкурент. Ваня, в лес поедем? Да не сюда. Ты поедешь у меня... на тюрьму. Жопой торговать. Почему ты игноришь вопросы, что за мальчик? Это друг мой. Сын мой небрачный, ладно. Так уж и быть. Раскрою вам секреты и всю правду. Я везде была, кроме Америки. Я тоже, кстати. Америку на визу взять. Тебе интересна страничка, ну тогда лайкайте, пишите комменты какие-то, когда мне будет что-то интересно делать, а так мне уже... Ваня! Что? Давай меняем личко. А? Личко. Ну я очки, ты же уже поменял. Да нет. Я так и подумала. Да поменяем другое личко. Ну что, пупсики, короче, до новых встреч, всем спасибо. Всем пока. Следите за моей страничкой, лайки, подписка. О, кстати, я блог скоро выпущу на свой YouTube-канал. АУЕ.